Всех приветствую, продолжая просматривать работы художников с описанием по книге «Великий музей мира» Гвидо Рени, «Святой Себастьян», первая половина 17 века, холст масла 170 на 133. Итальянский живописец Гвидо Рени является приверженцем Болоньской школы, известен также как и гравер. Одной из самых популярных тем Возрождения среди живописцев являлось мученичество святого Себастьяна. Это связано прежде всего с возможностью изображения обнаженной мужской натуры, не без некоторого эротического обертона. В своей картине «Святой Себастьян» Рени изобразил героя, тело которого пронзили стрелы. Себастьян мучительно изогнулся от боли и устремил свой взгляд в небо. Игра светотени, мастерски используемая художником, придает телу святого более выраженные объемы и фактуру. Вот такое описание к работе «Святой Себастьян», первая половина 17 века, автор Гвидо Рени, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.